Привет! Сегодня я делаю видео еще об одном аромате от марки Yves Rocher. Это моя любимая серия этой марки. Серия называется Secret Essence, и у меня это аромат Neroli. Вот так вот он выглядит. Бутылка по сравнению с жасмином другая. Здесь такой вот омбре на бутылке. Упаковки у меня тоже, к сожалению, нет от этой бутылки, поэтому я беру всю ту же упаковку от Secret Essence и показываю ее вам, и она выглядит точно так же. Несмотря на то, что бутылка может быть вот такая вот омбре или деграде, черным, белым, все равно упаковка всегда одна и та же. Сразу же перейду к нотам. Горький апельсин, Petit Grain, эссенция нероли, апельсиновый цвет и мускус. Вот такие вот ноты здесь. Я являюсь большой поклонницей белых цветов, и для меня что нероли, что жасминчик, что апельсиновый цвет, что тиаре, это просто замечательные ароматы, поэтому априори вот напиши, что это нероли, и я вот как этот самый, знаете, как загипнотизированный буду идти и нюхать это все дело. Конечно же, есть ароматы с нероли и жасмином, которые мне не нравятся, например, новинка. Тестили ли вы новинку от Оскар де ла Рента, жасмин, 100 миллилитров, такая зеленая бутылка, это жесть, это какой-то прикопанный, притрушенный землей жасмин, что-то такое совершенно непонятное, что-то такое какое-то мокрое, скользкое и не жасминовое, на мой вкус, мне вообще не понравился этот аромат. Хотя, естественно, я когда увидела, что это жасмин, я сразу же пошла его тестить. Абсолютный страх и ужас. Ну, вернемся к нероли. Кстати, вот нероли, да, я дала этот аромат понюхать маме. Она мне сказала, что он ей напоминает запах средства для мытья посуды. Вполне возможно, знаете почему? Потому что очень часто ведь именно запахами такими цитрусовыми, апельсинковыми, нероли ароматизируют запахи, ароматизируют средства для мытья посуды, для мытья туалетов. В общем, быть может. У меня, когда я выхожу, конечно же, на улицу с этим ароматом, у меня нет ощущения такого, что я обсыпалась или облилась доместосом и вот так вот вышла. Нет. У меня этого нет. Но я не удивлюсь, если некоторым людям, многим людям будет так казаться, что этот аромат именно так пахнет. Именно из-за вот этой вот ассоциации. Апельсиновый цвет, лимончик, Petit Grain, значит средство для мытья посуды. Здесь для меня это вот горечь апельсина. Нероли, который тоже такой немножко горьковатый апельсин. Горьковатый запах. То есть это все, знаете, этот аромат абсолютно не сладкий. Он абсолютно не сладкий аромат. И мне он очень нравится, например, летом, когда летом очень-очень жарко, и летом иногда многих людей может душить сладкий запах, то вот попробуйте этот аромат летом, потому что именно из-за того, что сладости там очень-очень мало, ее там практически нет. Вас этот аромат может не душить, несмотря на то, что вы можете там сделать достаточно много пшиков, и он будет яркий, но душить он вас не будет именно потому, что сладости-то там нет вообще, ни хрена практически. Мне этот аромат нравится летом. Мне он нравится в холодную погоду, мне он нравится в дождливую погоду. То есть это такой вот, именно из-за того, что там нет удушающей такой сладости, то этот аромат, как мне кажется, он паспорту, и он может быть использован и мужчинами тоже. Конечно же, если вы сравните его с ароматом, например, Calvin Klein One, это, который для меня, ну вообще для многих, эталон запахов для женщин и мужчин, то, конечно, абсолютно нет ничего общего.
Здесь все-таки это более цветочный, более чувствуется вот нероли, а в Calvin Klein One там вообще такой огромный вообще букет всего-всего-всего. Но направление то же самое. Цитрусы и там, и мужчины, и женщины могут им абсолютно точно, беспроблемно пользоваться. То есть этот аромат мне еще нравится именно тем, что им можно пользоваться вдвоем, если уж так надо. Или, например, если вы куда-то там едете и вы не хотите брать два аромата, можно взять этот один и прекрасно обойтись одним ароматом на двоих. К сожалению, я не могу сказать, что мне положили очень много мускуса здесь. Мне, если его и положили, то очень как-то мало и очень практически в конце. Аромат не такой стойкий, как жасмин, может быть, именно потому, что самой базы, за что там ухватиться конкретно, здесь не так много. Здесь вот только, в принципе, мускус. А все остальные ароматы, вот эссенция нероли, апельсиновый цвет, горький апельсин и петитгрейн, они, в принципе, такие летучие субстанции, которые, в принципе, не очень долго держится. Но, несмотря на то, что аромат менее стойкий, он мне не менее нравится, чем жасмин. Очень хороший аромат, очень-очень хороший, очень интересный. Мне кажется, что, опять же, он может потенциально понравиться многим людям, но вот именно из-за того, что вот может вызвать этот аромат, такую ассоциацию с жидкостью для мытья посуды, его, скорее всего, не стоит покупать вслепую. Его нужно тестить, несмотря на то, что он легче, чем жасмин, несмотря на то, что он не такой стойкий. Поэтому он вас, скорее всего, не задушит, но здесь вопрос именно вот этой вот ассоциации с посудомоечным средством. Вообще-то я всегда советую всем тестить ароматы. Вслепую вообще ничего лучше не брать, потому что мало ли как вы отреагируете на этот аромат. Ну и потом будет просто жалко денег. Вот. Поэтому тестить его надо. У этого аромата, как и у всех ароматов этой линии, есть еще сопутствующие товары. Есть крем для тела, гель для душа, и тот я не пробовала. Вот. Но очень хочу попробовать именно вот, скорее всего, гель для душа, потому что, мне кажется, летом, особенно когда летом и очень жарко, и очень как-то душно-душно-душно, то вот освежиться вот таким гелем и потом забрызгаться вот этим парфюмом, это просто будет совершенно замечательно. То есть аромат мне нравится, аромат хороший. Когда он у меня закончится, как видите, у меня его еще очень-очень много, но просто у меня других ароматов еще много, и у меня еще есть маленький вот такой вот 5-миллилитровый, тоже вот от Нероли. Если он у меня кончится, если я увижу этот аромат по какой-то хорошей цене, я, конечно же, обязательно его куплю. Хотя, в принципе, очень много сейчас ароматов просто валяются каждую неделю, и как-то особо сокрушаться за каким-то одним ароматом, который вам понравился, и, ну, смысла нет. И даже этот аромат, несмотря на то, что он мне нравится, даже его можно с легкостью заменить чем-то, что есть сейчас на рынке. Но в своем в том, что этот аромат, вот он есть, он существует, он очень-очень хороший, он мне нравится. Я считаю, что это один из трех самых лучших ароматов вот этой вот серии. У меня почему-то голос садится, это уже, наверное, потому что это уже пятое видео. Так что это уже, наверное, будет последнее видео на сегодня. Аромат хороший, большой плюс этого аромата его, то, что его могут носить и мужчины, и женщины. Большой плюс этого аромата то, что он не сладкий. Это значит, что этот аромат можно наслоить, а наслоить или его смешать можно. Если есть
какой-то аромат, который вам очень-очень нравится, но он очень сладкий, либо если вам кажется, что этот аромат недостаточно яркий, интересный, можно пшикнуть что-нибудь сладкое, например, попробуйте его смешать с ангелом от Мюнглера, или же с Элленом, или же с Flower Bomb от Виктории Рольф, в общем, или с Aqualina Pink Sugar, то есть что-то, что очень-очень будет сладкое, такое попа-слип такой. И мне кажется, будет очень-очень интересно. То есть этот аромат, его можно еще использовать просто как базу, если вы, конечно, любите смешивать ароматы. Если вы не любите это делать, то, наверное, и не стоит и начинать. Но я, кстати, проэкспериментирую, попробую его смешать с другим ароматом и посмотрю, что получится. Потому что мне в этом аромате нравится именно, что он такой вот просто белоцветочный, горьковатый, абсолютно практически не сладкий. Потому что сладости здесь, если она здесь и есть, то ее здесь очень-очень мало. И вот именно этим этот аромат мне и нравится. Стойкости бы ему побольше, цены бы ему не было, но стойкость, в принципе, можно организовать тремя-четырьмя дополнительными пшиками, и все будет отлично. Вот, поэтому этот аромат я бы тоже вам рекомендовала пойти потестить, посмотреть, как он вам нравится или не нравится, потому что, мне кажется, он замечательный, он очень-очень хороший. Голос меня покидает, я буду продолжать делать видео об этих ароматах. У меня еще их 4, да. И еще будет видео делаться, поэтому ждите. Я обязательно расскажу о моем третьем любимом аромате. Это уже, как вы догадались, это аккордшик. И о тех ароматах, которые меня не очень впечатлили, и об одном, от которым я вообще в полном шоке. Я вообще не поняла, что это и зачем это. Вот. На этом все. Пока. Всю косметику, что на мне, я оставлю в инфобоксе. Помада мне, кстати, очень нравится. Она матовая. Это матовая Inglot, но она губы не сушит. По крайней мере, сейчас. По крайней мере, пока что. Посмотрим. На этом все. Пока.